Рождественский сочельник в этом году выдался во всех смыслах теплым. Сам приближающийся праздник наполнен особой радостью, да и к тому же на улице температура плюсовая. Но несмотря на то, что погода в этом году изменяет своим традициям, тысячи белорусов традиции не нарушают и собираются в храмах, чтобы встретить Рождество Христово. В эти минуты в Святодуховом кафедральном соборе всеношное бдение или Великое повечерие. Его возглавляет митрополит Минский Изяславский Павел, патриарх и экзарх всея Беларуси. В рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов только что родившемуся младенцу. Они принесли ему дары – золото как царю, ладан как богу и смирну как смертному человеку. Вот и сегодня, за несколько часов до праздника, духовенство призывает – важно привести в этот мир то, что бесценно. Это, как мы говорим, событие планетарного значения. Готовясь к этому празднику, мы должны и свое сердце приготовить. Как встречаем мы гостей в своей жизни, готовим свое жилище, квартиру, моем, чистим, убираем. Вот точно так же мы делаем накануне праздника. Идем на исповедь, очищаем свою душу и сердце от всякой скверной нечистоты в таинстве покаяния. Ну и, конечно, стараемся исправиться. А какие дары мы можем принести Христу Спасителю? Это дела добра, любви и милосердия. Рождество – второй по значимости христианский праздник, но самый светлый, хоть и пасмурно в эти дни за окном. Верующие уже вспоминают о событии, которое положило начало новой истории и подарило надежду. Весь смысл в одной знакомой с детства сцене рождения Спасителя. Уже сейчас в колыбели, в вертепах появился младенец. Рождество – это самый главный праздник в нашей семье, как и Пасха. Отмечаем всегда с радостью, с большой, с воодушевлением. В этот праздник… Скажи, в церковь ходим? Да, в церковь ходим. И крестимся ручкой? Да. Соблюдаем пост за этого. Да, небольшой для нашего… У нас здоровье не у всех, у взрослых таких людей, как мы, пожилых. И поэтому мы стараемся как-то так не во вред чему-то, но и детей приучать, внуков. Украшенная звездой, кстати, по подобию Вифлеемской ели, хвойные ветви, в храмах в воздухе царит атмосфера праздника. В соборе уже этим вечером сотни верующих, как и в полутора тысячах приходов по всей стране, готовятся встретить праздник. Кроме русской православной, Рождество Христово 7 января встретят и Иерусалимская, Грузинская, Сербская церкви и монастыри на Афоне. Первая рождественская литургия начнется в белорусских храмах ровно в полночь, а возвестят о событии, которое по церковным преданиям изменило мир, рождественские песнопения. Сергей Козлович, Лариса Абрамчук, Роман Пастернак и Дмитрий Николаевец. Наши новости ОНТ.